с семьей вас разделяет океан, жизнь на две страны, в общем-то. Вы часто видите с женой? Да. Получается? Да. То я туда, то они сюда, то она сюда. Тяжело же летать вот так, правда? Ну, что сделаешь? Ну, ей лучше, Саша, там. Учится. Вот она пошла в подготовительную школу. Ей там хорошо. Она уже для нее два родных языка. Русский, английский. И в Нью-Йорке ей лучше, у меня такое ощущение.